Здравствуйте! Это видео о том, как восстановить утерянные документы из отформатированной USB-флешки, используя программу OnTrack Easy Recovery. Для этого подключаем к компьютеру флешку с сохраненными на ней документами и форматируем ее. После этого запускаем OnTrack Easy Recovery и в открывшемся после окна приветствия шаге 1 выбираем Memory Device. Продолжить. В следующем окне выбираем наш USB флеш диск и нажимаем кнопку Continue. Указываем причину утери данных, в нашем случае Formatted Media Recovery, что значит восстановление данных от форматированного носителя. Сверяем заданные параметры и нажимаем Продолжить для начала сканирования. Ждем завершения сканирования. OnTrack Easy Recovery отобразил обнаруженные на флешке файлы, разложив их по папкам в соответствии с типом файла. Ищем наши файлы. Как видим, в результате программы была обнаружена только часть файлов, которые были на флешке до ее форматирования. Это два файла формата PDF. Выделяем их. Кликаем правой кнопкой мыши и выбираем Save As. Указываем папку для сохранения восстановленных файлов. Файлы восстановлены. Теперь давайте просканируем данную флешку, используя Hetman Partition Recovery. Выберем полный анализ и дождемся завершения сканирования. Как видим, программа отобразила файлы, которые не были обнаружены OnTrack Easy Recovery. Хотя их имена и изменены, но они разложены по папкам в соответствии с расширениями файлов. Определить нужный файл можно, просмотрев его в окне предварительного просмотра. Можно подытожить, что OnTrack Easy Recovery – это неплохая программа для восстановления данных с хорошим набором функций. Хотя, как часто бывает в программах западных компаний, без наличия русскоязычного интерфейса. Но как мы увидели в случае с восстановлением данных флешки после форматирования, она по каким-то причинам не смогла восстановить все файлы в отличие от Hetman Partition Recovery. Скорее всего, это связано с отсутствием реализованного в Hetman Partition Recovery алгоритма сигнатурного анализа, который восстанавливает файлы, опираясь на их содержимое. Обнаруживая определенную последовательность байт на диске, программа считывает и отображает его содержимое пользователю. Поэтому если вы отформатировали флешку и вам необходимо восстановить утерянные в результате этого файлы, для этого лучше воспользоваться Hetman Partition Recovery. Хотя в случае с обычным удалением файлов из флешки, обе программы показали себя хорошо. На этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, данное видео будет полезным для вас. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.